Привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы будем играть в монахиню. Я покажу, как ее пройти на призраке. И мы получим 25 монеток. Вот у нас такая вот, как говорится, такое начало, введение. Я вот сам даже не понимаю, почему я сюда приехал. Зачем мне надо было сюда вообще приехать, я не знаю. Ну вот, монашка такая стоит, такой с молотом. Я такой, за что вы меня бросаете? Такая машина, не уезжай, меня она мучит. Вот день первый, их всего 3 дня. Как говорится, я забегу из школы, так что я себя хорошо вести не буду. Так, сейчас закроем. Тут должен быть Грааль. Нам он сильно нужен, чтобы, например, всякие штучки делать. Я уже собрал 2 маски. Нету. Говорили же, будем в школе искать. Говорили же. Была надпись. Ладно, пошли идти его искать. Так, самое главное сейчас пойти и включить везде механизм такой, чтобы у нас вот эти всякие механические жалюзи тупо пропали сейчас. Мы это сейчас все сделаем. Что тут нет? Нет, нет. О, как раз это номер. Номер. Ура. Монетки, у меня их вообще очень много монеток. Вот. Коплю их. Вон там, видите, вот так светится кабель наш. Так, ничего нет, ничего нет. Так, коробки нет, ничего. Так, спрыгнем. Так, зачем я прыгнул? О, монетки опять. Так, зачем я прыгнул? Придется опять туда наверх идти. Чтоб кабель этот ставить. Так, тронем ящик. Пошлите. Вот видите, здесь такой кабель ставим. Вот. И все. Нажимаем вот сюда. И сейчас все опустится. Вот. Все жалюзи такие механические. Тут ладошка такая, как подсказка. Так, у нас здесь ничего, у нас здесь... О! Вот такой код. Ну, код нам вообще сказать не нужен. Мне кажется. Вообще будет интересно, что в том ящике будет. Так, нет, сюда нам не надо. Вы это слышите, как Грааль какой-то, да? О, Грааль! Супер! Ладно, давай, плевать назад. Этот код от шкафчика, так что пошлите. Идем, как говорится, к нам в комнату. Кто это, такие? Сейчас мы запустим. Надеюсь, что-то будет хорошее, то, что нам надо. Мы найдем то, что нам надо, мне кажется, с этим Граалем. Думаю, в ящике что-то хорошее найдется. Интересно, что там будет. Так, это... Нет. Комната с мини-игрой. Не люблю эту мини-игру. Просто ненавижу. Даже не знаю, блин, как там ток запустить. Ну ладно, говорится, мы все на такой прикол, который вообще, как говорится, легко нельзя будет сделать. Давайте, может, войдем в эту комнатку, может, там что-то найдем хорошее. Так, ящик, я забыл про ящик. Ничего нет.
Вот этот. Нет, ничего. Вон. Комната, как говорится, моя. Так вот. А, заблокировать. Я же, мне кажется, ток провел. Сейчас получится. Да. Кнопку в конце комнаты. Ну, давайте. Мне кажется, тут ничего не будет. Не нажимать на кнопку. И сколько так нажимать? Бесконечно похоже. Так, сейчас давайте я вам покажу этот приемчик. Она сейчас монахиня придет, надеюсь. Где интересно монахиня? О, открывай дверь. Только она получается может открыть дверь. Смотрите, вообще, давай открывай. Открывает. Сейчас откроешь хоть? Открывай, открывай. Да, да. Есть. Открыла. А теперь найдем здесь ключики. Так, интересно, где желтый ключ? Все, благодаря этим ключам мы сможем открыть почти что все комнаты. Все. Как говорится, джекпот. Вот это давайте откроем, чтобы, например, как-то не перелазить через это окошко. А теперь нам надо вернуться за нашим кодом. Где вот он, где код наш? Оп, блин, ножницы, они нам сейчас не нужны. О, монетки. Монетки нам нужны. Так, теперь остался только желтый ключ. Монеты опять. Монеты нам нужны. Батутик. На батуте так долго можно прыгать, вообще просто супер. Так, нас прыгнем, пойдем уже искать наш желтый ключик. Так, открывали, открывали. Кажется, что мы никогда ничего не найдем. О, не может быть, желтый ключ. Все, мы точно выиграем сейчас. Сделаем одну штуку сейчас и все. Так, идем, 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 идем. Вот сюда открываем. Вот у нас тут краска. Вы потом увидите, что надо с ней нам делать. Концовка крутая. Мы точно получим 25 монеток. Самое это очень хорошо. 25 именно. 25, не 15. Ну, а 25, как говорится, средний уровень сложности. Такой здесь. Но средний уровень это 25 монеток. Так, теперь нам надо найти этот, как его, номер телефона. Ну, точно мы должны что-то найти. О, теннисный мяч. Как-то странно. Не, он нам не нужен. Так, вот здесь, похоже, я его забыл. Да вот. Номером карточка с номером телефона. Сейчас спустимся так осторожно и погнали. Оп, выкидываем это. Нам оно не нужно. Вот, в прачечную позвонили. Сейчас она тут
мыть все будет. Ну, как говорится, мы сможем спрятаться спокойно. Так, она где? О, вот приехала. Выходи. Выходит, а, вот. Привет, это, давай. Я хочу с твоим этом ящике спрятаться. Вот, на. Почисти это. Ура. Так, эту одежду ты будешь грязно? Что тебе надо? Ты будешь грязную одежду, блин, стирать? Не надо там спрятаться. Вообще фигня какая-то. Так, может сюда зайти нам? Нет, тут ничего нет. Так, она уже спит. Уже она спит. Ты, ну давай. Я, может, у нее огнетушитель сейчас могу кинуть, может быть. Вот это вот, на. Просыпайся. Вообще, сработало. Сейчас выкрасить белье, так. Я сюда смогу запрыгнуть. Как-то не. А это ты будешь стирать? Ну, а как же это? Ты же, наверное, не поедешь? Ну давай, 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 давай. Ну, а эту одежду? А это. О, да! Наконец-то! 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 Мы, наверное, спрячемся. Ну, какая она грязная. Так, ящик полная одежда, да? Мне кажется, он сейчас не полный уже. Ящик полная одежда, ну, уже пустой же. Так, вот. Ложись, чё ли, спи. Она сейчас. Так, а что мне делать? Я вылезти же не могу. Что ждать, пока она тут поспит? Ну и что дальше? Ну, блин, вообще. О, все, прозвенел. Я заметил, прозвенел. Так, она про свою одежду забыла, да? Она про одежду забыла. Все, я победил. Все, она про свою одежду забыла. Это просто жесть. Шок просто. Она про эту одежду. Ну ладно, пока, монахиня, пока. Все, мы уезжаем, все нормально. Все, так еще остановились. Наверное, ворота открываются. Ворота, да. Все, поехали. Пока, монахиня. О, монетки. Ладно, ребят, пока. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока.